мясо абсолютно готово. Так же, как и курица. О, вот смотрите, сочное мясо какое. Привет! Сейчас я буду коптить курицу, но только не отдельно, как я до этого показывал, бедрышки там и крылышки, а именно целиком. В общем, разделал его напополам и посыпал специями. Насчет специй можно не заморачиваться, подойдут обычные, любые вообще абсолютно. Я взял смесь перцев, вот. Мне больше нравится именно сухой посол, поэтому я ночью, на ночь просто обсыпал специями. Но на утро уже достаточно промариновалась. Вот. И заодно решил еще попробовать целиком тоже кусочки свинины. Свинину тоже сухого посола. Просто обсыпал теми же специями. И сейчас будем коптить. Насчет специй еще скажу, если кто хочет экстренно сделать, как бы не успевает и нужно уже вот коптить, к примеру, а времени нету, можно сделать мокрый посол. Это курицу всю целиком положить в большую кастрюлю, предварительно в этой кастрюле развести в воде, желательно в теплой, градусов где-то 40-50 водичка должна быть, развести эти специи и посолить. Ну вот, в принципе, такой маринад будет, ну как бы пропитает курицу достаточно быстро, там буквально, если еще добавить туда чуть-чуть уксуса, но это нежелательно из-за того, что пересушится немножко. Ну, для экстренного варианта тоже пойдет, буквально минут 40 и курица промаринуется. Так, будем коптить. Вот, вторым уровнем разложу свининку. Тоже в специях. Это корейка. Свинина на кости. Основной огонь уже почти прогорел. Сейчас я выну этот большой пенек и разгребу угли. В принципе, будем ставить сразу. Вот сейчас посмотрим, что у нас получилось по прошествии 35 или 40 минут. О как. Не знаю, как передает камера. Не знаю, что тут вам видно, но выглядит абсолютно аппетитно. Коричневый приятный цвет. И, кстати, скорее всего, камера даже запотела от пара, который вырвался наружу. Сейчас ее протру. Да, мутно все. Вот камера обсохла. Видим. Ну, вот такая вот вкусняшечка получилась у нас. Кажется, наверное, я вот смотрю на показания с камеры. Кажется, наверное, слишком зажаристая, но на самом деле камера просто искажает еще сейчас точки. Ну вот, мясо абсолютно готово. Так же, как и курица. О, вот смотрите, сочное мясо какое. Будем пробовать.